Всем привет! Получил сегодня подарочек. Давайте распакуем. Накидали пробников, Гуччи, Флору. Та еще гадость. Новинка от Мансера, Black Noir. Как обычно в мешочке, в этот раз в золотом. Матовый окрас, золотое тиснение. Выпирает над краской фактурно, так интересно. Концентрация Eau de Parfum, как обычно у Мансера, ну, за исключением новых Intense Red Tobacco, что там у них еще есть. Citrat Boys есть Intense. Как и все новинки от Мансера, магнитная крышечка, что очень радует. Тот же Red Tobacco старой версии у меня несколько раз откручивался дозатор. Распылитель. Хотя у Black Gold такого нет. Что они заявляют? Верхние ноты — черная кожа, розовый перец. Средние ноты — табак, камбоджийский вуд, пачули, тиары. Базовые ноты — бобы танка, ветивер, ваниль и серая амбра. Давайте нанесем. Где-то у меня были блоттеры от Orta Parisi. Какой-то из них можно заиспользовать. Чисто. Цензура. На старте слышно пачули. И где-то издалека из-под пачули пробивается черная кожа. Как они заявляют, что она черная. Такая ненавязчивая кожа. Не похожа на какие-то другие кожаные ароматы, которые я слышал до этого. Ну и не такая крутая кожа, как у Orta Parisi Coven. Ветивер слышно. Табака пока не наблюдаем. И где-то там вдалеке есть ут. Стойкостью аромата нужно будет проверять, тестировать. Вчера вечером первый раз его нанес. Утром след на руке оставался, еле уловимый. Я думаю, что ему нужно еще настояться и обязательно его нужно разнашивать. На первый взгляд он вызывает такие же эмоции, как когда-то у меня вызвал Мансера Black Gold, который на старте отчетливо тогда мне вонял лавандой, а теперь я просто от него без ума, он обалденный. И либо настоялся, либо я его разносил. Я думаю, с этим тоже будет так же. Поносим 3 дня, посмотрим.
Мансара Black Noir.